Здравствуйте. Сегодня мы будем попробовать бутылку вина для подарка. Для этого нам нужно будет взять небольшой кусочек упаковочной бумаги, двойной скотч, степлер, обычный скотч прозрачный, вот немножечко шаломы, или можно заменить ее обычной декоративной лентой, маленькую бутонирку, которую можно купить в магазине или сделать самостоятельно. Позже мы рассмотрим, как ее можно сделать. И фиксатор. То есть можно взять либо клей любой, либо пластилин. Ну, что-то, что будет подклеивать наш материал на бутылку. Берем, отмеряем упаковочную бумагу по бутылке. То есть так делаем оборот, чтобы у нас бутылка полностью закрывалась. С одной стороны, мы чуть-чуть подклеиваем скотчем прозрачным. И заворачиваем, чтобы упаковочная бумага не уходила. Двойной скотч наносится на внешний шов. В общем, да. Вначале снимаем небольшой уголочек и вот так делаем поворот бутылкой. А потом потихонечку вытягиваем ниточку и заклеиваем нашу бутылочку. Здесь у нас осталось немножечко целлофана. Его либо взять бумагу, чтобы она была по размеру, либо можно срезать. Много, то есть мы можем сделать там завязку. Я вам покажу. Мы возьмем и вот так будем заворачивать. И где-то на середине заворота пропустим нашу ленточку. Вот. И заправим ее туда. Нашу бутылочку, когда мы завернули, завязываем. А здесь нам нужно подклеить. Можно сцепить степлером, можно подклеить. Как бы чем меньше видимых креплений, тем лучше. Собственно, я пользуюсь двойным скотчем. Теперь нам нужно украсить нашу бутылочку. То есть можно сделать бантик из такой же бумаги. Делаем все очень просто. Обычно такие кусочки бумаги остаются при работе. Так, аккуратненько сворачиваем. Здесь мы можем стрелять. Так, здорово. Просто будет видно. То есть вот у нас есть
большая, и нам нужно сделать чуть-чуть еще поменьше. И приблизительно берем такой же кусочек, отрезаем. Также сворачиваем его. Берем еще одну соломку и делаем теперь два. Таким образом. Вот у нас получается бантик, который мы сейчас закрепим вот этой соломушкой. Хорошенько затягиваем, чтобы потом наш бантик не разобрался. Батя просто вышел вот здесь. Вот так. И вот, а вот эти веревочки, они будут у нас свисать вот сюда. Батик можно закрепить, либо надо будет лезть, или я пользуюсь специальным фиксатором. Он очень похож на пенопласт, но она постелит. Теперь можно использовать термоклей. То есть вот так. Мы украсили верхнюю часть бутылки, теперь нам нужно украсить нижнюю часть бутылки. Для этого мы будем использовать нашу бутонирочку. Возьмем еще кусочек самого. Скрутим. Завяжем. Вот так. Так как солома это как бы натуральный материал, то можно оставлять его в свободном виде, то есть не обязательно обрезать длинные хвосты. Возьмем еще один кусочек для фиксации. Возьмем вот эту длинную веревочку. Прикрепим ее сюда, соберем вот эти. Так, мы закрепили солому. Потом позже закрепляем. То есть вы все это можете сделать обычным клеем. И закрепляем сюда бутонерку. Наша бутылка готова.